В Щелковском районе продолжаются выборы губернатора Московской области. Сейчас мы находимся на избирательном участке в центре «Романтик», куда приходят многие неравнодушные жители города Щелково исполнить свой гражданский долг. В том числе рядом со мной Игорь Викторович Ларин, директор Щелковского хлебозавода. Игорь Викторович, поделитесь, как вы считаете, каждый должен обязательно прийти и проголосовать? Что, на ваш взгляд, от этого зависит? У нас, как у граждан России, есть не только права, которыми мы широко пользуемся и которые всегда мы озвучиваем, но еще есть наши обязанности. Одной из основных обязанностей – это прийти и проголосовать, потому что власть формируется, исходя из наших результатов, те, которые получаются. И кем бы ни был будущий губернатор из кандидатов, кто бы ни был, он должен и будет опираться на мнение своих избирателей. Сегодня очень важный день для нашего региона. Мы сегодня, жители, избиратели Московской области, выбирают губернатора. Поэтому хотелось бы обратиться и пригласить всех избирателей Московской области прийти и сделать свой выбор. В особенности, конечно, молодежь. Проявить свою активную гражданскую позицию. А в целом хочу сказать, на избирательных участках, находящихся на территории третьей школы, никаких замечаний, обращений к председателям участковой избирательной комиссии не поступало. Выборы идут в штатном режиме. Мы сегодня видим очень большую явку по выборам. Да, люди действительно активно идут. У нас сформировалась культура выборов. Это действительно очень важно. То есть люди все, если видно, идут с улыбками, с хорошим настроением голосовать за сильное Подмосковье. Все, кто еще у нас, может, не проснулся, да, все-таки у нас молодой избирательный участок, молодежь в основном, просыпайтесь, приходите на выборы до 8 вечера. Можно отдать свой голос за сильного кандидата. До 8 часов еще есть у нас, значит, время. Мы приглашаем всех прийти проголосовать, отдать свой голос за того кандидата, которого они выбрали. Хотелось бы, конечно, чтобы народ был поактивнее. Может быть, в воскресенье тепло, поэтому народ еще не проснулся. Надеемся, что еще люди придут. Участие в выборах – это одно из очень важных прав каждого гражданина. Но это не только права, но это еще почетная обязанность. Приходите. Голосуйте, участвуйте в своей жизни, в жизни поселения, в жизни области. Выборы проходят спокойно, люди приходят. С утра старшее поколение приходило, как наиболее ответственные граждане. Подходит молодежь, и во второй половине дня ждем, дачники должны подойти. Пожелать хотелось бы сделать правильный выбор, голосовать сердцем. Все-таки мы определяем ход развития нашего Подмосковья на ближайшие 5 лет.
Thank you.